Рождества – волшебные мгновения. Выставка, где глаз радуют плоды вдохновения талантливых и умелых мастеров. Уникальные работы выполнены в разных жанрах и вариациях. Живопись, графика, вышивка крестиком и бисером, современные техники. Самая главная цель – это собрать воедино людей под этим светлым праздником, под светом этого праздника. Вот. В нашем зале очень много ангелов, да? Вот, в наших сердцах должна быть любовь. Она там всегда есть, но она открывается, когда мы видим что-то светлое и чистое. Живописные картины, светлые иконы, декоративные куклы, новогодний уголок для детей. Яркие и спокойные тона, непосредственность и свобода, оригинальность идеи и легкость. Именно такие слова приходят на ум, рассматривая произведения брестских художников из товарищества «Мостек». Работы детского, самодеятельного творчества, экспонаты, представленные Брестским областным краеведческим музеем. Группа талантливая, дружная. Совместная учеба и совместная и работа. Поэтому я хочу пожелать всем накануне Рождества и Нового года всем творческих успехов, здоровья, личного счастья и всего только самого хорошего. Порядка 100 экспонатов. Картины, работы из вышивки и керамики в эти светлые предпраздничные дни обязательно создадут волшебное настроение. Нужно только познакомиться с вернисажем. Это можно сделать до 21 января.